Относительно поездки в Стамбул, вы там в своем докладе есть такая цитата, что не только великие державы, но и малые народы имеют свои геополитические интересы. Относительно касательно Гагаузии, какие геополитические интересы Гагаузии? Сейчас с какими странами они связаны? Наш геополитический интерес состоит в том, что мы должны иметь страны-гаранты, которые, не дай бог, если возникнет когда-нибудь сложная ситуация для Гагаузии, они смогут сказать свое веское слово в мире с тем, чтобы гагаузский народ не был ущемлен в своих правах. Мы видим такими странами и Россию, и Турцию, и Азербайджан, и Европейский Союз, потому что мы выстроили свою стратегическую линию поведения, политическую линию поведения относительно того, чтобы вокруг Гагаузии были друзья. Мы не ищем себе врагов, мы уже много раз об этом говорили, мы ищем себе партнеров, друзей, с кем мы можем быть, сотрудничать и приносить пользу друг другу. Одновременно мы и миру предлагаем свою модель развития. Мы говорим, что, пожалуйста, смотрите, как молдавский гагаузский народ в 1994 году решил сложный вопрос. И это может быть моделью для всего мира. И современная Европа имеет сегодня эти проблемы, и баски, и многие другие страны эти вопросы поднимают. Мы можем быть моделью и для Нагорного Карабаха. Мы можем быть моделью в тех регионах, где есть сложные вопросы. То есть мы можем свою лепту внести.